Среди хозяйств восточной зоны области дипломом за первое место и ценным подарком лабораторный термостат редуктазий награждается общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие ВАГА Верхобашский район с наивысшим комплексным совокупным показателем 1,162 балла. Сегодня у нас проходил на базе нашего знаменитого УМЗ очередной областной конкурс лучшего молока. Абсолютно не секрет, что молочная промышленность, производство и переработка молока занимают 70% производства всей сельскохозяйственной промышленности Вологодской области. Поэтому для нас молоко – это все. Это наш хлеб насущный. И, соответственно, каждый год мы проводим конкурс на звание лучшего молока. Несмотря на то, что не во всех районах у нас с одинаковой степенью интенсивности развито на сегодняшний день молочное животноводство и молочная переработка, но в 2018 году, буквально сегодня, из 23 районов было поставлено на исследование, на пробу, на определение вкусовых качеств и определение безопасности продукция, молочная продукция, сырое молоко. Специалисты по всем необходимым стандартным параметрам изучали представленное молоко. Это более 30 предприятий. Сделали свои выводы, которые сейчас будут озвучены. И самых лучших мы отметим. У нас будет гран-при. Значит, у нас будет по два места, первое и второе, по трем зонам. Мы разбили на три условных зоны нашу область. Это западная, это центральная и это восточная. Потому что по объективным показателям все равно немножко разная трава, немножко другие корма. И молоко чуть-чуть отличается по вкусовым качествам. Но все вологодское молоко самое лучшее, самое качественное, самое вкусное, самое главное.